Сегодня в рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, как они проводят свои выходные. Что нужно сделать, чтобы хорошо прям так отдохнуть? Настроение самое главное. А куда можно сходить вообще? Ой, а я вообще гость вашего города. Ну, вот вы куда ходите? Вот я вожусь с внуком. Никуда не хожу, только в парк. Вам здесь нравится? Ну, зимой было чище, сейчас все вытаивает, конечно, грязно. На концерт. Дом ученых на концерт. У меня немножко другое отношение ко всем праздникам. Сейчас идет Великий пост, поэтому развлечения минимум. Храм на богослужение обязательно. Полезно будет для души. Заниматься спортом и умственной деятельностью. Посмотреть хороший фильм. Так, прочитать книгу. Ну, встретиться с друзьями. Прогуляться в парке. Правда, здесь грязновато. Ой, сходить в парк можно, погулять с ребенком. Куда еще можно сходить? Ну, фонтан можно сходить, прогуляться. Мы тоже гуляем, болеем немножко. А вы как проводите свой досуг выходной? Да только гуляем. Сходить мало куда можно. Пиццу покушать, сходить в кафе посидеть. Ну, в основном я футбол, хоккей, спортивные передачи. Потому что я этим занимался. Ну, нормально. Нормально. Ну, то есть так вот лучше, да, проводить свой выходной? Или можно еще погулять сходить? Ну, и погулять можно, и так. Ну, все можно. Чтобы на пользу только шло. Ну, мы обычно в кругу семьи проводим выходные. Что делаете? Входим в гости. Встречаемся с родной. Иногда играем во что-нибудь. Ну, с друзьями погулять еще можно. Не знаю. В кругу семьи разговаривать. Пообщаться о чем-нибудь. Ну, в пиццерию куда-нибудь. В кафе. Можно просто в парке погулять. Ну, на игры. Спортом заняться. Друзья, читайте книги, побольше гуляйте и не забывайте улыбаться. С вами была рубрика «Хочу сказать».